Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. Едва ли не на каждом доме указаны номера, по которым можно связаться с курьером. Предлагают соли, миксы, спайсы. Именно такие надписи и будут уничтожать волонтеры-участники всероссийской акции «Делит». Организаторы призывают горожан обратить внимание на подобные номера и сообщить адреса домов по телефону 541-31. Возлагаем, наверное, надежду на сознательность жителей, что они действительно скажут, где есть надписи в городе, на остановках это бывает, на жилых зданиях, на каких-то заброшенных, может быть, зданиях, с телефонами, с какими-то местами распространения наркотических средств. И вот под данную акцию наши волонтеры с объединением подросткового клуба «Фактава» с общественными организациями совместно организуют многоэтапную, она уже не первый год проходит, акцию «Делит».